Внимание, дисклеймер, все трюки были выполнены профессионалами, строго под наблюдением спасательных служб, так что не пытайтесь этого повторить. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там эксклюзивы, мои мысли и многое другое. Приятного просмотра! Этот робот стоит 100 тысяч долларов. Этот робот может быть очень опасным. Так что нам придется делать это снаружи, в контролируемой обстановке. У меня наготове пожарные на случай, если что-то действительно произойдет. У меня реально есть пожарные на случай, если что-то произойдет. Но что-то неконтролируемое. Но давайте приступим к распаковке. Тот самый робот, который пуляется огнем, черт. Он только что пришел из Китая и один из первых американцев и португальцев, получивших этого робота. Я первый в мире, кто получил этого робота стоимостью 100 тысяч долларов. На получение этого товара ушло около месяца, чтобы он пришел оттуда, откуда должен, ко мне. Понадобилось около месяца. Реально, понадобилось просто около месяца. И он прибыл ко мне прямиком из Китая. Я связан с одной из лучших китайских компаний по производству роботов. И они сказали мне: «Эй, тебе стоит это протестировать? Вы меня знаете». И я такой: «Эй, давайте проверим». «Эй, чат, вы меня знаете». Я такой: «Эй, погнали, я хочу протестировать этого робота». Понимаете, о чем я? Как будто я должен протестировать этого робота 100%. У меня есть все подходящее оборудование для этого. Если вы не заметили, во что я был одет на протяжении всего стрима, если вы не заметили этого, я был одет в огнестойкой одежды. Вот видите, во что я одет? Это огнестойкая одежда для пожаротушения. Это одежда для пожарных, понимаете? Давайте проверим этого плохого мальчика и протестируем, что он вообще умеет. Так что, эй, ребят, все нажимайте на кнопку лайка. Прожмите, просто сломайте эту кнопку, чуваки. Погнали. Чат, ну я с профессионалом тут на месте, как я уже сказал. Это пожарные на случай непредвиденных ситуаций. На случай, если что-то пойдет не так. У меня наготове тут огнестойкая одежда. Чат, мы знаем, как с этим обращаться. Так что мы протестируем его прямо сейчас. И посмотрим, на что способен этот плохой мальчик. Это не огнестрельное оружие. Я хочу прояснить это прямо сейчас. Это не огнестрельное оружие. Ко мне? Робот 202. Откройся. Ладно, ребят. Робот за 100 тысяч долларов. Прямиком из Китая. Давай откроем его и распакуем. Давайте посмотрим, на что он способен. Эй. 202, вставай. Почему он не запускается? Эй, вставай. Вставай. 202, давай вставай. Эй, меня зовут 234. Прием, вставай. Почему он не встает? Эй, вставай, робот! Не понимаю, какого хрена? Ну, подключен к сети и все такое. Не, меня походу обманули, чуваки. Не, братаны, чуваки, нет! Нет! Я подарил на это 100 тысяч долларов! Чёрт возьми, нет, собака. Ну ладно. Робот за 100 тысяч долларов уже здесь. Шао Лао. Подожди, я должен говорить с ним по-китайски. Что? Давай, активируйся, иди сюда. Шао Лао. Эй, иди сюда, детка, ко мне, детка. Ко мне. Активируйся. Сядь. Сидеть. Хороший мальчик. Активируй. 2-1-3. Вставай. 2-1-3. Вставай. Да. Это работает, чат. Вставай. Вставай. Молодец. W в чат роботу. 9-3-4. Дай мне лапу. Дай мне лапу. Хороший мальчик. Короче, с этим роботом все в порядке. У нас снаружи там пожарные. Все в целости и сохранности.
Вот, подержи мой телефон. Спасибо тебе большое. Все в целости и сохранности. Хорошо, противозащитная одежда одета. Время показать вам тот самый трюк. Я знаю, что вы все здесь собрались, чтобы посмотреть, на что способен этот робот. То, что было до этого, это просто разминка была. Этот робот просто безумен. Окей. O2 активируй. O2 активируй. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Все отлично. 9-2 подтверждаю. 3-2-4. Хао-ляо. Так, давай, мой робот. Не ешь меня, пожалуйста. Я должен говорить с ним по-китайски. Это китайский робот. Он такой один в своем роде. Так, где там чудо? А, вот оно, ага. Чат, это китайский робот. И я должен с ним говорить очень-очень мило. Сяо-сяо, кио-бао. Хорошо, 2-0-2. Давай, 2-0-2. Вставай сейчас. 2-0-2, вставай. Хороший мальчик, хороший. Кто хороший мальчик? Что? Все в порядке? Все в порядке. Хороший мальчик, хороший мальчик. Чао, ляо, чи, чао. Подожди, там есть еще команда, дай в своем телефоне посмотрю. Чё за хрень? О-оу. Эй, чао, ляо. Успокойся. Успокойся. Я не говорил, я не давал тебе команду. Я не говорил тебе, чтобы ты вытворял такие трюки. Ты просто, откуда ни возьмись, взял и это сделал. Расслабься, хорошо? Песик, расслабься. Успокойся. Садись. Присядь. Садись. Хороший мальчик. Хороший мальчик. А теперь дай мне лапу. Дай мне лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай мне лапу. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Видите, чат, нужно просто расслабиться. А теперь гавкай. Гавкай. Гав. Гав. Чё за хер? Стоп, расслабься. Ты куда? Расслабься. Скажи, гав, гав. Я хочу услышать, как ты гавкаешь. Давай. Чёрт возьми. Чёрт возьми. Эй. Эй. Стоп. Нет. Ой, фак. Нет, подожди. Мы не знаем, что он еще может учудить. Мы не знаем. Убей его. Убей это дерьмо. Я отправляю его обратно китайцам. Убей это дерьмо. Больше никаких роботов. Больше никаких. Выключи его, выключи нахрен его. Выключи это дерьмо. Черт, Слипс, давай. Эта собака гребаная не убила меня, чуваки. Что, черт возьми, происходит вообще, братан? Мы больше не будем этого делать. Мы больше не будем этого делать. Боже мой. Чёрт. Я реально чуть в уголек не превратился. У нас там были пожарные, как вы можете видеть, все было под контролем, конечно, да. С нами все в порядке. Но я бы отошел на 5 шагов, на 5 метров от этого устройства. Ну нахрен. Я не буду больше стоять прямо перед ним. Потому что, походу, оно срабатывает ложно иногда. Ну, как вы можете видеть, это хороший робот, и с ним все в порядке, окей? Ладно, все в порядке, можно продолжать. Ладно, прежде чем, дай мне 2 секунды отдохнуть. Дай мне свой телефон. Причем мы его включим. А. Ладно, я просто встану прямо за ним, хорошо? Погнали. Чат, я буду стоять, чат. Я собираюсь стоять прямо за ним, чтобы все было нормально. Смотрите сюда, чат. Нам нужно встать прямо за ним. Нам нужно стоять прямо за ним. А что если снять аккумулятор и снова поставить его на место? Не может быть просто, чат. Я не верю в это. Не может быть, чтобы он реально не включился. Ну не может быть, чтобы он не включился. Эй! Он вернулся.
Ну что ж, давайте вернемся к этому. Давайте продолжим, чего начали. Вот, подержи-ка. Да, я, пожалуй, надену это все обратно. Ладно, пес. Не, у меня все окей. Ты чё, вляпался в дерьмо? Хорошо, ребят, давайте снова оденем нашу огнестойкую одежду. Надеюсь, ты не включишься ни с того ни с сего. Если ты это сделаешь, ты гей. Пожалуйста, не надо включаться ни с того ни с сего. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший мальчик. А теперь покажи всем, на что ты действительно способен. Ну что ж, все в порядке. Огнестойкая одежда снова на мне. Давайте сделаем так, чтобы все заработало. Погнали. Давай покажем всем, на что ты способен. Окей. Ладно, котенок. Ладно, приятель. Ладно, дружище. Все в порядке. Хороший мальчик. А теперь посмотри. 2-0-2. Успокойся. Успокойся. Оставайся на месте. Нет. Расслабься. Да, направляйся к бассейну. Давай налево, под углом 90 градусов. Хороший мальчик, давай, туда. Хорошо. Теперь вот что мы сделаем. Подожди. Подожди, успокойся. Успокойся, окей? Опускайся. Опусти зад. Не, опускайся. Опускайся, давай. Гав. Да, хороший мальчик. Да. Успокойся. Успокойся, я держу тебя. Я с тобой. Все в порядке. Шауляу, видишь-ка? Все в порядке. Я здесь с тобой. Выключить его. Так, я выключил. А теперь смотри, все в порядке. Все в порядке. Просто небольшая неисправность. Сбой в работе. Видите, он продолжает это делать, когда ему нравится. Но все нормально. Нам нужно просто снова его включить. Сначала выключи его, ты он не может встать. Хорошо, ладно, окей, все. Все в порядке. Это просто безумный кусок дерьма, что за хрень? Ага, подними его. Да. Готов? Да. Ладно, все, стоп. Хороший песик. Хороший мальчик. Это хороший мальчик. Мы останавливаем эту собаку нахрен, чуваки. Он идет в ту сторону, я иду в ту сторону. Черт возьми. Извините, чат, я хотел показать вам, что он умеет. Он может летать, буквально, он умеет все, что угодно. Но, видимо, погода не та, понимаете, нелетная. Возможно, из-за температуры, возможно, типа... Нет, это 100% не из-за температуры, возможно, воздух влажный и так далее. Короче, я не знаю. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте к комментариям слово «огонь», если вы досмотрели до этого момента, посмотрим, сколько нас. Ну что ж, всем пока!